Федозик, ой, Федозик потянулся. Потянулся Федозик. Ах ты, барбозик Федозик. Ну что, проедемся. Проедемся после обеда. Время 15:47. Я думал позаниматься изодинамической гимнастикой. Но чувствую, не совсем еще отошли ноги. Поэтому не будем горячиться. Пускай это все восстановится. Наверное, завтра. Это все будет завтра. Ну что с, так сказать. Так сказать, как говорится. А вот она, чернушка. То есть есть машина белая. Есть машина черная. Есть светоч народной медицины. Ну что, а я сяду и поеду. Сяду и поеду. Опля, туда, это так? Пара-па-па-па. А? Ну ладно, вот так. А я сяду у кабриолет и поеду туды-сюды. Наверное, еще надо чуть повыше вот так сделать, да? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А я сяду в кабриолет. Да. Рулевая колонка сразу вылезла. Ну и что? Сдаем назад. А я сяду в кабриолет и поеду туды-сюды. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Ла-ла-ли-ла-ла-ла-ла-ли. Пасмурный день. Оттуда тучи идут. Закрываем гараж. Ну что, теперь вы поверите, что машины я особо не люблю. Так. А машины я особо не люблю. Ну, особо не люблю. Видишь, если мы слово особо выбрасываем, то получается, за машинами я ухаживаю. А именно, ну, грубо говоря, вот эта вот старая машина, 21 год. Она, так сказать, редко кому там нужна в свое время, там, да что там, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот. Можно так сказать, подкидыш, тем более эта машина ранее попала в аварию, Мне продали, ничего не сказали, но я вот выправил ее за весь срок. Она у меня с 2007 года. Я ее выправил. И, так сказать, старичок ездит на старушке. Ну, примерно так, да? Я считаю машины, как бы сказать, данные мне на какое-то временное
владение. То есть я как шафер, ну, помимо того, что немножечко езжу на них, я за ними в основном ухаживаю. То есть мне некий господин доверил это все. И я вот стараюсь, чтобы все эти агрегаты были. Это этот стукает. Были в порядке. Да ё-ма ты, я бросил этот самый прикуриватель, упал. Были в порядке, то есть вот так вот отношу. И однако, знаете, вот такое чувство, раз мы с вами едем на машине, чувство, что каждая машина, она обладает какой-то своей разумной, ну, разумное существо в меру ее. И вот в зависимости от того, насколько ты к ней относишься, настолько и она начинает относиться к тебе. Так. Ну что, немножечко сжиганем. А, он поворачивает. Вот смотрите. Ускоримся, да? Опа! Замелькали. Старушка сильна, однако. А я сяду в кабриолет и поеду туды-сюды. И сюды, и туды-дуды. Кстати, я сегодня уже успел помимо два раза помедитировать с желаниями. Я еще поработал и с красивыми словами. Далее. Я еще, значит, Леночку Блиновскую там прослушал кое-где. Ну и хочу сказать, вот я в этом направлении в свое время немножко поработал и получил такие грандиозные результаты, а потом, как бы сказать, все это вот обломилось, забросилось, я перестал. Вот, то есть это человек, который... Дева по гороскопу, кстати, как и я. Она ранняя дева, я поздняя дева. Человек творческий, работающий в этом направлении. Различный синтез знаний, так и сяк. И, значит, все это комбинирующий неизвестно по каким этим параметрам, толкованием, но тем не менее это начинает, вернее, не начинает, принесло успех, который как-то не переваривает вот эти классические там психологи и прочее. А суть заключается, вот я, помните, я вам рассказывал что очень важно правильно взаимодействовать с пространством, то есть правильно формулировка того или иного запроса, правильные слова. Ну, я вот так вот знаю, что должно быть правильно, но особо работать не работал. А вот она, оказывается, в этом вопросе преуспела. Что, чё, как все это сделать правильно. Впервые я об этом услышал давным-давно от, значит, было напечатано в ЗОЖе, в газете ЗОЖ, как один человек говорит, я занимался по Малахову, там то все.
Вот. И как он, значит, вот пришел к Богу там. То есть он увидел экран, когда ходил на работу. Он говорит, ну Бог там есть или нету Бога. Вот. И как бы сказать, ему показали экран, в который он практически постоянно ходил, смотрел, когда на работу шел. И показывали все его, ну, поступки плохие, скажем так. Плохие поступки. Он, значит, шел и плевался. Вот. И потом с ним произошла интересная вещь. Он говорит, что просмотрев о себе с самого начала, когда он начал там грешить все эти, значит, картины, он внутренне изменился и говорит, из меня такое впечатление, как спала какая-то скорлупа. Спала скорлупа, значит, до половины. А потом все остальное, он говорит, я понял, что прощен. Угу. И вот после этого, он говорит, вот надо было там что-то там сделать, или еще что-то такое там, купить сыну там дом. И вот он говорит, я, значит, садился и спокойно объяснял, как бы сказать, вот говорил в пространство, для чего ему надо это сделать, для чего там купить дом и прочее, прочее, прочее. И говорит, и вот мне шли навстречу. И в том, чтобы я, набравшись сил, там много травы покосил, и для того, чтобы сыну дом купили, соответственно. То есть я вот это все, будем говорить, осязаемо там, как бы сказать, это все там услышал, что надо это все объяснять хорошенько. Так, идут пешеходы. Этих пешеходов придется пропустить. И мы их пропускаем. Идем дальше. То есть надо объяснить. Причем слова, это уже дальше, никто об этом не говорит, слова должны, как я вам объяснял, слово «кушать» и слово «есть». «Кушать» – это вы, значит, потребляете пищу. Слово «есть» – это вы можете и потреблять пищу, это может у вас в кармане там что-то там такое быть, и то есть это многозначное такое слово, которое читается по-разному, в зависимости от какой-то конкретной ситуации. А слово «кушать», оно в любой ситуации читается так, как положено. И вот, значит, я опять подъезжаю к кафе-точке, к магазину «Поиск». И что я хотел сказать? И, значит, ехал. Вот каждый человек, он, когда, конечно, встречается с таким вот феноменом, как получением там 36 миллионов якобы вот, в течение дня, это, конечно, как-то это самое действует. Но тем не менее, глядя на то, что я вам показал, и быть как-то, знаете, недовольным, то есть вот я сделал, ну, будем так сказать, какое-то полезное дело не только для себя, а для многих людей, я был щедро вознагражден. И дом, о котором я не мечтал, усадьба, можно сказать, мы видели машины, на которых я особо не любил ездить, а сейчас, вот знаете, вот как-то поехать, дабы отвлечься. Ну, все, что, как бы сказать. А если посмотреть в доме, там некоторые вещи одни и те же, по две, по три имеются.
То есть дом полная чаша. И вот, как бы сказать, чтобы желать что-то нового, это действительно интересная вообще мысль. Надо как-то освободиться. Ради примера, сколько у меня видеокамер? 1, 2, 3, на четвертую снимаю. 5, 6, 7. И еще 2 GoPro лежит. 9 камер. Это что? Это как? Вот я думаю, компьютер мне нужен новый. Потому что старый плохо там, ну, уже устарел, работает. Но позвольте, у тебя стоит, в свое время брался один компьютер, этот Макинтош большой, я могу вам показать, если уж надо. Стоит ноутбук, ну, уже устаревший, 17 дюймов. Стоит более новая модель, 17 дюймов. Стоит этот самый Air. 2 экрана. На всякий случай еще там этот самый, который работает на Windows. Ё-моё, как говорится, Петрович, он же Генеш, куда тебе? Куда тебе? Тебе столько вообще дано было. И что касается и денег, тоже там было дано. Будь здоров. Ну, деньги вообще-то надо уметь удержать. А тут и дети. Ну, не в детях. Не в детях, будем говорить, оправдание. Детям надо помочь. И помогалось. Оправдание в том, что как-то ими разумно распорядиться. В итоге жена стала заниматься даже этим делом. Но она практически все спустила на детей. И вот в результате вот сейчас вроде бы вот такое вот материальное, так сказать, изобилие. Но финансового подтверждения вот всему вот этому, что вот я вам показал, нету. Как-то я еще удивляюсь, существую на свою вот эту пензию 30-тысячную. Машины не продал. Вот. То есть уже все было. Тебе все дали. Всего все дали. Вот так, знаете. Ну. Ну, будем говорить. Будем говорить, будем. Поработаем теперь в этом направлении. Ну, как-то так. Сейчас я тут куплю кое-чего. Сейчас лето начинается, жара. И я обычно ем мороженое. Поэтому я приехал для того, чтобы купить мороженое. Никому не говорите, я ем его немного, но ем. Ну вот так вот, как бы сказать. Выключаем. Мороженого набрали. Сейчас будем есть. Конечно, я не все мороженое съем. Так сказать, сезон начался. Запасаемся. Ну, кто его знает, может быть, неделя. Может быть, больше, может быть, меньше. Как пойдет. Так вот, поймал я себя на мысли, что... Что ж ты тут желаешь, когда тут уже все сбылось?
все, будем говорить, не то, что я бы желал. Как-то вот специально я бы желал этот дом, машины. Это как-то сбылось все само собой по мере написания трудов по здоровому образу жизни. Что-то написать еще? Например, на эту тему. Но я люблю так, чтобы, знаете, если то, что ты пишешь, то это у тебя и было бы. О, лето, бегают. Чтобы ты сам через это все прошел и прочувствовал. Ну, короче, как вы видели, я начал плотно заниматься всем этим делом, на что я раньше особо внимания не обращал. Как говорится, одно дело знать, а другое дело сделать. Воплотить свои знания в реальность. Ну вот такие-то мысли. Вон, видите, что там. Там я кино смотрел. Проедем со мной по городку. А я сяду в кабриолет. Ну, еще такие мысли, знаете, смутные посещают, что все-таки, опять-таки, понимаете их как хотите, что все-таки люди с таким вот складом ума, ну, допустим, как у меня, они довольно-таки редки. Это, представляете, надо... А так свою жизнь построить, чтобы освободить самого себя для вот такого-то труда. Потому что работать и заниматься написанием трудов там разных, это довольно-таки напряжная вещь. А вот поверить в себя, сделать так, чтобы это стало твоей профессией, ну, там, любимым занятием, это совсем другое. Но тут еще какая сложность. Будем говорить, то, что я предложил, оно... система очищения, там, питание. Короче, грубо говоря, то, что было все это собрано вот в такую систему. Она прекрасно работает, прекрасно оздоравливает и даже лечит организм человека. И тут, конечно, огромный конфликт возникает между теми знаниями из той же медицины по, значит, лечению, оздоровлению организма человека в целом, между медициной, которая идет совершенно каким-то своим путем, и я им тут стою поперек, круто поперек. Поэтому, естественно, ко мне такое отношение: ошельмовать, замолчать, не печатать книги, хотя не продаются. Можно, конечно, было там какой-то там кооператив открыть, но опять-таки, знаете, вот берем ну, не берем, а продолжаем мысль. Я постарался книги написать так, чтобы практически любой человек мог этот образ жизни в
восстановление своего организма сделать сам. То есть ему не нужен никакой там толмач, не еще что-то, не еще что-то. То есть если он так заинтересован и начинает, вот будем говорить, с того, что я написал, это там по очищению, по питанию и по всей этой хурде-бурде, так скажем, то ему никто не нужен. Тем более все там разъяснено, разжено. Но сейчас я понимаю, конечно, я могу немножечко больше еще разжевать, размельчить. Но вся проблема в том, что люди приходят неподготовленные абсолютно, с нулевой базой знаний или с какой-то извращенной базой. И у них конкретный вопрос, вот у меня тут прыщик, как его убрать и все. То есть убрать прыщик, не понимая того, что это есть следствие твоей внутренней грязи. А ему не надо, вот давай непосредственно как убрать этот прыщ и все. Больше я и знать ничего не хочу. И вот тут получается, что не хотят это, как бы сказать, ну это ж надо время. И все вот, знаете, они мотивируют это тем, что вот я заболел, а тут надо изучать все это такое. Это надо было изучать до того, как ты заболел. Знаете, как знания, которые лежат про запас. На всякий, так сказать, пожарный случай. Но вообще здоровый образ жизни, как питаться, то, что делать, то. А когда он ничего это не вел, и с ним вот это случилось, ему быстрее опять, чтобы он мог там вести свой порочный образ жизни, который мешает ему вести теперь болезненного состояния. И больше ему ничего не надо. Тоже какая-то эта вещь. А вот что касается, видите, интересного вот, поворота, это воплощение желаний, ну, тут, видите, как бы сказать, более широкое поле деятельности. И плюс она, как правило, ни с кем не пересекается. Это сейчас тут они кинулись воплощать там желание. То есть конкуренция как бы с официальными представителями нету. Да, там есть психологи, есть еще что-то такое, они там что-то там хотят, но это не тот уровень, с которым противодействую я. То есть я практически противодействую со всей официальной медициной. Так же это, как ни верти. И весь этот аппарат, как отдельные доктора, так и все это в мировом масштабе, естественно, заинтересовано, чтобы таких людей и таких систем вообще не было. И тут получается, что вот когда, знаете, эта система в 90-е годы дала сбой, то есть все разваливалось, и тут только раз я вынырнул со своими знаниями, со всеми этими книгами, и они так заработала. То есть, ну, нельзя, будем говорить, через книги там обмануть людей, что-то им там неработоспособное выдавая, чтобы они там раскупили где-то в количестве 50 миллионов экземпляров книг, если не больше там. Нельзя. И вот когда был вот этот, вот, будем говорить, развал, когда это все это там было, так сказать, не это, ну, грубо говоря, медицина как-то не
не собралась со своими этими. Вот тут и получилось, что мои книги выстрелили. И дальше бы пошло. Ну, где-то опять вот такой феномен, как мода. То есть вот какое-то модное оздоровление. Ощелачивать, закислять, там еще. Ну, короче, когда люди не знают, не понимают, как это, как устроен их организм, что там, что там, они вот начинают какие-то, знаете, штучки искать, что-то я тут закислю или защелочу, и здоровье получу. На самом деле не так. И вот получилось, что у меня продолжение не последовало. Вот на этом, так сказать, ноте мы с вами и остановимся. Закроем гараж. Вот, и вот, ну, в принципе, что касается здорового образа жизни, я переработал целительные силы, ну, довел его до ума, скажем так. То есть это пособие как раз вот охватывающее здоровый образ жизни, и плюс еще и по лечению там пойдет. Потому что, повторяю в который раз, основная куча болезней – это от паразитов, от загрязнения внутренней среды и неправильная работа сознания. Вот это как мы устраняем внутреннюю среду, нормализовали, куча сразу болезней и расстройств само собой отпало. Паразитов вывели, еще такая же кучка, но она как раз на грязи и живет. То есть вот эти вот грязь вывели, паразиты следом выбежали. Вот. Ну и работа ума. Хоть более-менее, чтобы вы разумно что-то соображали, что, что, как делать. Есть колбаса, но съешьте, грубо говоря, пол палки, ну не всю же палку. Вот. Ну, примерно вот такие вот мысли. 16:31. Так что продолжим заниматься по раскрытию личностного потенциала. Федосик. Ну, Федосик, ну так, 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 молодец. И что еще важно отметить? Я вообще-то одиночка. Все вот это вот, что там я сделал, так сказать, по работе с материалом на тему здорового образа жизни, там, лечения. Вот, одиночка все это сделал. И когда люди узнали, что на этом деле можно зарабатывать деньги, ну, да тут такое началось, знаете, что если бы да кабы, то было бы совсем другое дело. Где-то обманули там, сям, пятое, десятое, левые тиражи. Так сказать, в 90-е годы, да и в 2000-е начало, было очень и очень весело. То глядишь, у меня бы, возможно, жирка было бы побольше у банки. Ну, как-то так.